Итак, в этом видео мы вам покажем, как использовать флешку либо USB, то есть какой-то носитель файлов. Предположим, это могут быть фотографии, это могут быть видео, которые вы занесли на вот такую вот маленькую штучку. Для этого вам надо взять USB флешку. В приставке есть специальный вход, который находится сбоку. Вы засовываете туда сам носитель файлов, то бишь USB, либо флешка, как говорят в народе. Выходите вот в это главное меню. Дальше вы выбираете источники, нажимаете Enter и выбираете USB диск. Нажимаете ОК и уже можете выбрать файл, который вы хотите просмотреть.